Показ «Модный угол» собрал любителей стиля и красоты на площадке отеля «Восток». Подиумом более чем для 20 коллекций стал длинный парапет. Уверенной походкой по нему прошли модели, демонстрирующие реализованные задумки тюменских дизайнеров. Я представляю свою коллекцию, бренд Елена Коробейникова дизайн. И моя коллекция – участник Московской недели моды. Мой бренд создает одежду премиум-сегмента, использует только высококачественные премиальные ткани. И особенность в том, что не только вещи из ткани, но вещи из трикотажа, также и аксессуары. Организаторами модного показа выступили Союз дизайнеров России, Департамент потребительского рынка Тюмени и модельное агентство «Либерти». Посмотрела, как развивается модный рынок Тюмени, это очень интересно. Какие сегменты занимают, какие сегменты более коммерческие, какие более, ну, так скажем, не коммерческие, а какие-то более авторские. То есть это крайне интересно и познавательно. Модельеры рассказывают, что сейчас самое благоприятное время, чтобы показать, какую прекрасную качественную одежду создают российские дизайнеры. Летняя круизная коллекция для отдыха, свободный покрой, натуральные у нас ткани используются итальянские. Вход был на цветовую гамму. Ну да, очень яркая. Очень яркая, да, цветовая палитра. Новые коллекции одежды и аксессуаров тюменских дизайнеров станут отличной альтернативой брендов, которые покинули рынок.